Субботник сегодня проводили на самых разных локациях. Так, у озера Агёль прошел эко-пикник. Волонтеры и жители города очистили берег от мусора. Событие объединило заботу об экологии, развлечения и ярмарку. Эко-пикник стал для города традиционным и проходит уже в четвертый раз. Оно направлено на социальную направленность города, на воспитание молодежи, на привлечение бизнеса к таким социальным проектам. И выбираем локации, разные локации туристические для отдыха, которые приспособлены в нашем городе. Наводим порядок, чистоту, ставим урны.